раз. Я вот это не видела, я хочу посмотреть. Может, кто-то видел, простите. Я ее знаю, она очень красивая, да? Да. Это я. Ого, я такая... Что это, сиська? А, это Макривский, блядь! А что это? Место у меня в гостях, экстремальных гостях. Почему экстремальные? Потому что... Когда ты уезжаешь? Сегодня... Чёрная? Не надо так официально, мы же расслабься, Наташа, расслабься. Я ее словил ради вас, как бы, чтобы записать контент, а то вы мне писали, что с Ариной есть, а с Наташей нет, и будет вам с Наташей. Сегодня наша обычная рубрика «Угадай стримера», как бы, сегодня я и Наташа будем участвовать, два постоянных гостя, то бишь я один постоянный. Я выиграю 100%. Ну, давай посмотрим, я тоже всех своих кем-то узнаю, отлично. Не забывайте заглядывать в описание, там будут ссылки на наши... Боже, я такой вот человек, я никогда не говорю, что я выиграю 100%. Типа, я не говорю, что это плохо. Просто я такой человек, который любит, когда его слова подтверждаются. И когда это не подтверждается, я жестко обсираюсь, мне становится пипец как стыдно. Из-за этого я никогда не говорю, что я 100% выиграю, что я 100% то, что я 100% все. Блядь, что это? Что за запрещенка в чате? Что это за хуйня? Пацаны, вам что, хуёво? Идите подрочите, я вас умоляю. Типа, даже для контента я не могу так сказать, потому что мне будет стыдно, если я скажу и не сделаю. Эти твичи, мы же оба стримеры, стримим, заходите, смотрите, улыбайтесь, лайки ставьте. 50 лайков наберем, я еду в Москву со всеми, блядь. Продолжаем снимать там, но уже немножко подлитим. Поехали, Артур, запускай шалман. Кстати, да, я забыл, нажимать надо сюда и угадывать. Вот смотри, вот так я нажал косточку. Костыч? Нет. Костыч? А, как, в смысле, как? Не Костыч. Это пчёлки. Это мандарин. Нет. Всех я знаю, пчёлки. Это вообще непонятно. Я не знаю. Это такой короткой прической сейчас ходит в нынче. Сейчас грязная какая-то голова. Дмитрий Ликс. Нет. У меня одна попытка осталась. Да кто это? Не, он какой-то... Десаут. Нет. Да какой Десаут? Ты чё? У меня не такая прическа. Блядь, да я ебу, блядь, они похожи все нахуй. Как это может быть... Во что он играет? В игры играет. У него много онлайн? Да. Кто это? Это Сильверный. Нет. Я думаю, что это пчёлки. Точно не Хесус. Мне кажется, нет. Рекрент. Камик? Блядь! Нет, у Рекрента не такая прическа, у Рекрента нормальная. Это Дима? Нет. Это намек. А. Дмитрий Юрьевич? Да. Подождите секунду. Алексей, блядь. Только не Алексей, не пиздатый. Ебать! Да, тупо изи. Алексей, прошу прощения. У вас прекрасная причина. Это, наверное, фотка старой давности. Ебать, переобулась. Да, 2 сентября, бля, ебать. Губки какие прекрасные, ёбнешься. Губки хорошие. Гаечка. Нет. Бля, это Аляша. Я ее знаю, она очень красивая, да? Это Аляша. Блядь, ну... Юечка. Нет. Да какая Юечка? Так, подождите секунду, я что-то чатаю. Упустила в своей жизни. Так видно, что это Ляша, боже, я визит тут все угадала. Она из Украины? Ой. А играет вообще в игры? Да, иногда. Иногда. Олеся Буль? Нет. Блядь. Боже, Ляша. Говори, если знаешь. Да, я хотела сказать, что это Якадзе. Ну, нет, у него другие губки. У него. Я даже не смотрела этот ролик, честно. Блядь, ну. Ну, она симпотная, да, как минимум по подбородку, по губам. Есть подсказка какая-то? Блять, мы затупки что ли, блять? Вот я не знаю, блять, ну прекрасно. Ну сразу видно. Она алдовая стримерша. Рутяша. Нет, ты точно не Рутяша, Рутяша рыжая. Ты даже люблю не знаешь. Люблю рыжих, блять. Она косплей делает. Морся. Нет. Ну, я просто не знаю. Блять, у меня уже есть 3 подсказки. Давай, ну давай, ну, да, ну давай, скажи, давай, ну скажи, блять, нет. Ее сливали. А, это Аляша. Блять, ну ебаный снич, ну это что? Это так изи, просто максимально, что первая, что вторая фотка. Это за фотки, блять? Честно? Я сразу по губам поняла, сразу про то, да, что... Да-да-да, сразу. Да, сразу по губам сидит. Давай, блядь, подсказка, блядь. Блять, ебать. Бля. Жо-жо. Согласись? Да. Ну не по этой фотографии, да. По какой-нибудь другой. Жо-жо. По глазу. Да, по глазу, да. По глазу. По ноги. Это жо-жо. Блядь, это было очень легко. Я думаю, всё, смотри, сейчас нон-стоп моё всё будет. Вот это будет очень тяжело. Моё! Это Тендерли. Блядь, оно знает фотку просто. Блядь, нет, я не знаю, даже губы. Губам сразу понятно. Бля, это она губы сделала? Да. Она просто... Я вообще, я первый раз вижу этот ролик.
Реально слишком изичные фоточки. Нам такое что-то подбирали, кусочек лба с одним волоском, ну типа, я утрирую, конечно, но вы поняли. Алина Рин. Нет. Авдеич! Это я не знаю. Блядь! Дина Блин. Какая Дина? Нет, блядь, под фоткой написано, хочу домашнего питомца. Какого питомца посоветуешь? Плюсы и минусы. Не, я не могу сказать. Она маленькая ростом, белые волосы. Я забыл ее ник. Фасолька? Это Гаечка? Нет, это не Гаечка. Она с братишкой... Бля, я забыл ее ник. Это Плюсы. Леся? Нет. Фасолька? Да. О, пожалуйста, да. Изи, фасолька. Я бы уже угадала. Я только... Что, я одно не могла угадать? А сюда! Густер! Нет! Это Иксайл. Нет! Какой Иксайл? Дмитрий Ликс, наверное. Чина такая, и он козырь. Ну, я не знаю. Регрен. Нет. Блядь, ну... Недооценивайте, пацана, ё-моё. Недооцениваем? Недооцениваем. Блядь, это как будто недавно... Или братишка. Это не Орлон. Это из вашей компании. Это Ликс. Это из фриков. Это Ликс. Нет. А сколько попыток вы? Строго. Каравай? Нет. Да ты нет, так нельзя! Если по очереди будет позвать вас... Блядь, я знаю эту фотку, я видел. Я с ним хорошо же общаюсь, даже сейчас, да? Нет. Да, ну, блядь, ну кто это, сука? Это ты, что ли, блядь? Блядь! Парень, молодой, короткая стрижка. Дай подсказку, я не понимаю, ну, блядь, я за тупок, сука, я вообще не understand, блядь. Да, давай еще подсказку какую-то. Ну, потому что это быстрый. Квикантик! Блять, я вообще на его инст... Бля... А я на него не подписана даже. А ты не знала его фотку? Блять, я эту фотку никогда не видел. Она рили, блять, сфотошоплена. Пиздец, блять. Катюха. Блять. Да, это тоже видно. Ее губы я узнаю из тысячи просто. Из тысячи. Тоже делала или настоящий? Она тоже сделала. Подожди. Это Овла. Байову? Байову. Я тоже знаю. Бля, она с ней лично целовалась, ну, виделась, это точнее, блядь. Это моя солнышко, моя душа. Руки подняли. Давай руку, давай. Я, кстати, никогда с ней не общалась, Юлей, вроде Юля ее зовут. Вот, но мне кажется, она очень интересная девушка. Я бы с ней познакомилась в жизни, на самом-то деле. Я на нее в инсту подписана, вот, и я бы хотела с ней познакомиться. Мне кажется, она прикольная. Давай руки. Стой! Это Даша Юлечка. Блять, ну, я даже не увидел, я даже не увидел, нихуя. Да, там вот такая вот маленький такой пиксель. А, дай, это моё! Это вишенка. Вроде бы. Это вишенка. Блять, ну блять, ну что за хуйня? Пососи. У неё такая фигура. Он всегда так говорит. Да, не такая. Нет, такая. Блин, сука, всех обломала. Рассекретила секрет. Стример сказал, что это ракурс такой. Вообще, там жопы нет, там просто ракурс. Не так! Это я. Там уже видно. А где браслет? Какой? Что это, блядь? А я не увеличь. Знаю, что это, жопа? Кто это? Что это? Это Арина. Блять, это жопа была, я думаю, это плечо, блядь. Я не угадала. Так, щурилась, не понимала. Самый горячий парень 20-го года. Мужчина. Приготовились. Вы уже знаете, кто? Слава. Злой? Сразу отгадываете? Слава. Я знаю, это Картман. Нет. Ухо, блядь. Ухо, блядь! Ухо, значит, та часть тела, на которую я вообще не обращаю внимания. Рекрет. Нет. Да какой, блядь, рекрет? Висал. Нет. Самый горячий. Это Лон! Нет! Блядь! Да хватит! О, это Косточ. Нет. Подпись к фотке. Эх, а на улице так хорошо чувствую себя котом. Блядь, это точно я не мам. Я не знаю кто вообще. Кто придумывает эти фотки? Юлечка лайкнула, кстати. Макрильский? Нет. Блядь, не в Рома такого нет, блядь. Густя? Нет. Блядь! Чё это ухо? Ты такое сложное, которое вообще нихуя не понимаю. Что уши, сложного? Мозг, единственная мозг, фотка блядь. Сложная и всё. Да. Мага! Нет. Нет, это точно не мага. Самый сексуальный мужчина. Я, кстати, сделайте клип. Я, кстати, зашла на стрим к маге. Пишу ему приветик. Он тупо меня игнорит, хотя смотрел в чат. Может, ему нельзя со мной здороваться? Но почему он подписан на мой инстаграм? Конечно, второй инстаграм, не основной, но все равно. Почему он мне не отвечает? Зайдите когда-то, блядь, к маге, спросите, что он мне не отвечает. Тупо игнорит меня. Второй раз уже зашла. Привет, блядь! Привет!
Но я первая делаю шаг, а мне говорят, иди нахуй, Михалина. Почему? Я ж просто хочу с ним подружиться. Ничего же не делать, просто поздороваться с ним, я не знаю. Почему на инсту можно подписаться, а ответить «Привет, Михалина» нельзя? Может, он не знает меня? Думаю, что я какая-то вообще, блядь, кто это? Я не знаю. Мне, если честно, обидно, потому что Мага, как мне кажется, очень хороший парень. Вот, я бы с ним просто хотела поздороваться хотя бы на его стриме. Ты старый для него? А сколько ему лет? А сколько Маге лет? Five skill. Я вообще в шоке, если ты старая. Так что-то, со старыми нельзя здороваться или что? То есть, если злой старше меня, он напишет мне привет, особенно если Камик напишет мне привет, то я должна его игнорить. Тяжело здороваться с теми, на кого дрочил. Я не думаю, что Маг на меня дрочил. Ну, блин, ну это, если честно, обидно. Я первый раз, ну, может, раза пять я первая писала как будто чат привет, вот, делаю первый шаг, а он мне говорит, иди-ка ты нахуй, Михалина, вообще, ну, образно понятно, вообще никакого уважения нет, даже не скажет хотя бы прив или что, о, прив там, какое-то оскорбление сказал бы, ну, что он меня заметил, но, знаете, игнор это самое худшее, мне очень неприятно, Мака, поздоровайся со мной хотя бы раз в чате, когда я зайду к тебе. Мужчина, Exile! Да. Сюда, блядь! Вот вообще это, вот это секс, нахуй, грязюка, блядь. Это он. Я эту фотку знаю, да. Блядь, две ноги, я думаю, это одна и та же. Ну, почему одна волоса? Строго! Нет. Слава! Слава, бустер! Да. Изи. Блядь, под собой. Ты не успела, да, ты не успела, да, блядь. Есус! Да. Сюда, 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 сюда. Эту шейку я знаю. Что это, сиська? Это я, боже мой, это я сразу же пойму, что это я, боже мой, какой, вы, кстати, заметили? Какой у меня там личик? Посмотрите, какой там личик у меня. Ну, конечно, профиль видно, но заметьте. Заметьте, что тут нарисовано. О, это сиська! Это сарабия. Нет. Это сиська? Объясни. Блять, это грудь? Это сиська? Или это лоб? Нет, это попа. Блять, прям такая это попа. Рисука. Рис. Нет. Ты что, твоя рис? Я такого не бывали. Михалина! Да. Уф, ебать, ебать. Какая фоточка, да? Какая грязюка, я даже не знал, что у меня может быть такой, я... Что? За что ты пиздишь, боже мой? Злой! Мы с тобой just friends! И только! И все, без... Ну, не надо тут! А я-то думаю, что меня постоянно шипят в чате со злым? Я говорю, у меня появился парень. Это злой, что, Артура уже отсосала, что, злому уже дала? Ну, блядь, к чему-то? Мы никакого повода не даем даже. Какая грязюка, я даже не знал, что... Злой. Может быть такой, я... Никакого повода не даем. Спасибо, блядь, злой. Я тут рассказываю, что мы только друзья, между нами ничего не может быть, он, блядь, да-да-да-да делает. Ну, блядь. Я в шоке. Очень знакомая фотка. Это Лея, это Лея. Надеюсь. Это Стим? Нет. Большой нос, маленький. Лея. Это Строго. Или Каравай, это Каравай. Блять, ну посмотри на этот нос. Так будет стыдно, когда ты узнаешь ответ. Лея. Это Лея. Да. Я изи. Вот если бы ты не сказала, что это девочка, я бы вообще, ну, после нее думала, что это мальчик. Каравай! Нет. Это Камик. Нет. Камик с такой шевелюрой, блядь? Это на зло похож. Это Строго. Нет. Извините. Это Макривский. Нет. Блядь. Нет. Братишкин. Да. Все, я поняла, что это... Да, я поняла. Братишкин. Что это... Сюда. Две девочки. Двоих надо угадать? Я вообще не знаю, кто это. Кухня. Блять, нет, это вообще боже не кухня. Мой, две девочки. А на Арину похоже, пиздец. Да, на Арину похоже. Это Арина, что ли? Нет. К
Кстати, да, она вот на Арину похожа, да, как будто бы. Называется долгожданное фото с любимой. Это Макривский, блядь! Макривский. С этим, с Марком! Пиздец, именно в таком ракурсе Макривский вообще на себя не похож. Блядь, я знаю эту грязюку, блядь! Это очень милая фотография. Ебать, скажи. Да, но он не жесть. Пил. Он пьяный был, стоп. Реально на Арину не, было похоже. Он не пил, тогда, он на трезвую баху не расслабился. Тебе так не перестает, да? Как Марку. Да. Тебе сиськи, блядь. Это, блядь, какая-то такая бусинка, да, или что? Сараби? Кто такая Сараби? Это у него такой ник? Да. Да. Не знаю, нет. Сараби. Это не Сараби. Ты говорила, ты все знаешь. Может быть, да, но не по сиськам. Тем более, когда они не свои, да. Это не свои сиськи. Это булочка? Нет, я думаю, что это сиськи. Это бусинка. Бусинки или как там ее? Это такие сисюльки прикольные. Ну, Ляшева? Ляшева. Свои там. Ну, все там свое. Я вообще бы не поняла, если честно. Просто у нее намного больше грудь, чем здесь, кажется. Ну, я тоже видела в Питере. У нее вообще классная фигура. Вот кому нравятся высокие девушки, она высокая. Я вообще вздохла, у нее такие длинные ноги, худые, грудь такая. Да вы что, с ума можно сойти? Там все свое, блядь, там все. Там все. Ой, да она так сидит грязно, блядь. Все, приезжай в Киев, ебаный. Да, Лёша, приезжай в Киев, я тебя у себя поселю, вот тут на диванчике будешь спать. Она такая классная. Ну как я не узнаю? Митриликс! Вообще-то моя была сейчас очередь говорить. Я хотела закончить то, что у него там теги, типа лев, тигр, доминация, это, да, ликс. Ладно, я дам очко тебе свое. Спасибо. Как бы, блядь, потому что, да, ну, вот такой у нас был прекрасный ролик. Это что, 1-1? Называйте ссылочки наши в описании. Заходите в Инстаграм, и там всякая резюка. Смотрите, сегодня в гостях у меня была Наташа Гинцуха. 50к, мы едем к Наташе в гости, домой, будем жить вместе. Вау, шутка. Увидимся в следующем ролике. Злой опять покрасился и постригся. Или что? Знакомый, что такое? Пацаны, напишите, пожалуйста, в чат, кого вы считаете самую, пусть будет красивую стримершу, по вашему мнению. Если кому-то я нравлюсь, не пишите меня. Вот, кто для вас самая такая классная, красивая, харизматичная? Ну нет, можно просто чисто по внешности, может просто внешность нравится, а стримы не нравятся, это нормально. Кхе-кхе.